что иногда ребята так фидят бруду, что на 9-й минуте у меня падает Т3 тавер уже. Приятно. Было и такое. Ну, как я уже говорил, сейчас ману вообще не жалеем, просто максимальное количество элиминатов, банка уже есть, и все. Это чтобы вы тоже не расстраивались. Мартышка сейчас приду. Мартышка, короче, буду спамить их ударами, там, скиллами. Ну куда ты? Ты фармист. Dejected Soul Лапочка, спасибо за подписочку. Welcome. Зря ударил. Помог темпларке одного крипа зафармить у темпларки. Тихо. Вот, ну как вы знаете, ВРки повершот усилили. За счет этого повершота она теперь посильнее стоит мид, чем раньше. Но опять же, после мида ее вот эта сила заканчивается. То есть на миде, да, если она тебя прошивает повершотом левела с третьего, то ты это чувствуешь, потому что ну очень больно прошивает. Чувак, а что ты крипов-то не добиваешь? Не трогай ты их. Так, а ну-ка. Оп. Ну, ВР-ку я не убью в ближайшее время, потому что, опять же, у нее есть виндран. Мне нужен как минимум какой-то либо арчит, либо руна какая-то, хосты, дд, чтобы экономить ману и не летать за ней на ульте. Буду надеяться на лучшее, что сейчас что-то появится. О, что-то дд-шка, блин, руна классная, но рановато. Лучше бы на левеле на 5-м мне подъехала. Тогда бы я убил ВР-ку. Сейчас просто с дд куда его вот могу включить и пофармить крипов, мне это максимум. Не бойся, я лучше там все за правое дело. Чем давай. Не дофармить. Ух ты, не зафармил. Оп, денайчик. Не, ну с ДДшкой хотя бы можно пофрифармить, чуть-чуть, не тратя ману на реминант. Пять. Не будет крипсатия. Будем портить, неважно. Неважно, чтобы это был именно денай, важно, чтобы ВР-ка не фармила, и все. Сейчас этого рейнджового тоже заберем. С ДДшечкой все просто. Все, спасибо. Я ухожу, ладно? Ничего. Блин, какой-то слишком манерный сайленсер. Прям вообще. Очень манерный. Таких редко вообще встретишь. Видишь, какой ты красавчик. Блин, ну еще ни одним повышотом меня не попал. Я же не зря смотрел Тарзан. Блять, там такие мартышки были классные. Ты такой же. А я не смотрел, чё, стоит посмотреть вообще? Нет, не стоит, говно. Согласен с тобой, я что-то по трейлеру решил не идти на него. Не, ну а мартышки здесь следует посмотреть, потому что... А я мартышек в доте каждый день вижу. А, это хорошо. Причем неважно, на ком они играют. Ну вот по моей игре можно сказать, что я точно мартышка. Чего? Чё ты так самокритичен? Ну я не очень. Чё-то после этого патча я все проигрываю, да проигрываю. Да, и сколько рейта слил? Честно, 600. 600? Это в новом патче? Да, с нового патча пошло. Поднимался, короче, с 900. Поднялся вот. И слил. Бывает. Это чё? Не, не убивай. Мартышка, поэтому ты осторожно. Я тебя не прикрою. Так, надо пойти на святилище. Ульта у нас есть. Надо пойти святилище заюзать. Не хочу банку тратить. Во, святилище зашло. Самое главное не дать им фарма. Вот блин, вообще в идеале, чтобы убить ВР-ку, мне надо развести ее на виндран. Каково это, когда золотые монеты не выпадают? Во, нормально. Так, там нету маны на виндран, кстати. 70 маны. Во, хорошо.
Как раз в ноль вообще маны, просто впритык прям хватило. Так, и отойти сюда. Под башню теперь. Ну, блин, что-то он... Тысячелетний чувак, он здесь не играет. Что-то у мужика, короче, пинг какой-то, он не сразу зачитывает донейшн, и это не есть хорошо. Так, вот эти вот повершоты. Ну, ты, слушай, ты не расслабляйся, все равно, это не повод. Конечно, чувак-то хорошо играет, я знаю, там я смотрю. Все, и... надо уходить, я АФК. Чего АФК? Стрея, блин, давай это, вдохновляй своих этих работяг. Так, короче. Спасибо за полтишок, на фейсите я не играю и не хочу играть, и не буду играть. Так, вот теперь надо подумать, кого убить вообще. Слушай, у тебя там все нормально, не прийти тебе на помощь. Надо... Хотя, не, сука, у мужика пинг вообще жесткий какой-то. Не, спасибо за донат еще раз. Надо. Я боюсь, что не играю на фейсе, тяну, давай, Виндра. Ладно, это фигня, а вот... Мужик. Морт, я боюсь. Так, все, Виндрана у нее нету, но у меня нету маны, чтобы за ней проследовать. Все, проходите, уважаемый клип. Матышка, я отойду, пойду вар поставлю. Окей? Ты осторожно там, по дереву бегать. Так, перед крипами стоять нельзя, потому что если ВР-ка осталась, то она будет сейчас юзать повершоты в крипов. И вот, если я буду стоять первый, то будет очень больно заезжать. Так, ну нам осталась по сути фигня, АПМ стики. И выходим в арчит. Мана там есть, я вот не знаю. О, нормально, тратит ману, это хорошо. О, и Виндран потратил. Не, нельзя с ней драться сейчас. Надо пойти на святилище, подрегениться. Я надеюсь, я сейчас тут никого не встречу. Оп. Сейчас еще рунку баунти забрать вообще будет хорошо. Ой, рунка баунти есть. Можно даже не спешить. Можно тут пофармить и забрать еще одну руну баунти. Как бы одна руна баунти хорошо, а две лучше. У нас СС, пацаны. Мортал исчезал. А нет, вот все появилось. Так, надо руну зачем? О! Люблю два интеллекта. Это хорошо. Так, а счет 3-0. Мы выигрываем. Снизу реген. Реген оставишь мне? Я возьму. Блин, как бы ВР-ку так убить? Вот хочется ее до арчида поубивать. Вот один раз я убил, но, по-моему, это максимум, что я могу. Больше я ее, наверное, не убью. Она стоит все время под своей башней, я не могу туда напасть, потому что там виндранчик какой-то прожмется. Так, курица финит идет. Еще изи 2 очка. Да боже, мы... Они грозятся стать это умственно отсталыми, пацаны. Молодец, хорошо играешь, Мартышич. Блин, фантомка еще пришла. Сейчас если получу шеклшот. У тебя фантомка не шестая. Блин, какой-то странный саб, да, я вообще смотри, даже я не вижу. Моська 69, спасибо за второй месяц подписочки. Ты вообще испортил приветствие саба. Будет, взял и поломал его. Может попаду? Ты видел, да, Мартыш? Может попаду? Я слышу, у меня нету рядом. Спасибо. Я уж думал, не попаду. Так, восстановление маны или дэмэдж? Давайте дэмэдж возьмем. Просто мана, она и так будет. 3 единицы в секунду, я не могу сказать, что это много. Что это прям очень классно. А 20 дэмэджа, по сути, учитывая, что мы с руки ломаем лицо, то нормально заедет. Маны и так хватает вроде. Вообще, конечно, плюс 3 регена маны можно брать, если у тебя в команде ЦМ-ка. Максищая ауру, тогда вообще четко. Кстати, это дабл килл на фантомке или что? Подожди, так это еще минус Сларк. Что тут происходит, молодые люди?
Я вообще не понимаю, вот, что происходит. Спасибо за 2 очка. Да не за что. Я вообще не могу понять, почему они так это портуются по 3 человека. Еще б Сларка убил на самом деле, но я побоялся, потому что у меня маны было мало, фантомка на ВР-ка нарезала очень больно. Было стремновато, если честно, закусываться со Сларком еще. О, пацаны, это моя смерть была не напрасной. Так, а тут паутины стоят, тут вообще опасно ходить. Какая у тебя мышь и клава, ребят? Все мои девайсы в группе ВКонтакте в описании. Вот. Чё, каждый раз просто отвечать. Каждый день задаются вопросы. Какая у тебя мышь, какая у тебя клава. Мне, в принципе, не сложно отвечать, но, блин, разве сложно посмотреть группу и все, и не париться? Там и железо, и вообще все сразу, вся инфа будет. Девочка моя. Вот так вот. Вот и плюс 20 дэмэджа с руки. Отлично, вообще прям. Блин, как-то бабки медленно идут. Давайте вроде бы убиваю, выставим. Вроде бы фармлю, как бы 6-0, 75 крипов. Там руны баунти пачками собирал, а арчида все еще нету. Как-то хреново, ребята, если честно. Ну как бы у меня еще до арчида целый свиток. Минута уже 12, а у меня полнейший фрифарм. Где мои бабки? Бруда на топе, арчит есть. Ну, старается, хочет арчит. Блин, пуч пришел пофармить, это не есть хорошо. Мне арчит нужен, братишка. Давайте. Срочно просто. Давай башню сломаем. Окей, брат. Ребята, давайте как-нибудь бруду заберем. Да, заберем. Сейчас я арчит куплю, я ее буду убивать. Просто мне нужен арчит. Давай, давай. Красавчик. Все, арчит есть. Вот теперь начинается игра. То есть до арчида на шторме тяжеловато. С арчидом уже... изи. О, инвиз. Заберем. Для чего, не знаю. Просто, чтобы подхилиться. Так, ну и теперь надо убить кого-то на миде, наверное. Давайте посмотрим, кто у нас тут гуляет. И гуляет ли у нас кто-то тут. Ну, скорее всего, они в лес пошли. Блин, сейчас вот где-то тут на точке будет Сларк стоять или ВР-ка какая-то. Ну, однозначно кто-то тут фармит, потому что никого на карте нету. Вот вижу снизу спектру, если что, сейчас портнемся на низ, убьем ее. О. Вот это домой, наверное. Шаклшот он такой. Так, а сколько за меня платят? О, 812, здравствуйте. ВРочки. На покушать. Первый фраг сразу, 800 голды. Приятно, наверное. Так, ну Сларка убили, но плохо, что я умер. Это однозначно нехорошо. Так, ВР-ка идет в Мальштром. Обезьяну там прошивают. Бруда без арчида. Ну, самый опасный герой для меня во вражеской команде это ВР-ка, потому что у нее есть шиклшот. Вот шиклшот меня может остановить. Больше у них нету ничего на меня. Давай, 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 давай. Главное, первый скилл не юзай. Не спеша. Фармишь собак по красоте. Так, нормально. Резнулся, сразу денежку получил. Приятно. Варды. Ну, конечно, варды, брат. А ты думал, ты что, на 2К играешь? Так. Так. Оставайся, оставайся, оставайся. Одна секундочка, и я тебя приветствую. Здравствуйте. То есть, а вот темпларкой так не поубиваешь. Темпларкой надо кучу слотов. А тут просто один какой-то арчит за 4 рубасика. И все, и уже фраги рекой текут. Так.
point booster возьмем. Я думаю, вместо телепорта можно. Пусть он в два раза дольше кдшится. Мне никак не обязательно. Ребята, ну, Сларк реснулся. Сейчас придет на низ, наверное, качаться. И мы его снова убьем, и он сгорит. Бруда. Не, снова мы его не убьем, потому что он не пришел. Вот, о, блин, на миде уж на карте не видно. Попал, да ладно. Красавчик, еще изи, 2 очка. Красава. Так, интеллект берем, и нам нужна руна какая-то полезная. Ну, например, double damage. Инвиз. Блин, я в прошлый раз с инвизом сдох. Ой, и сразу заряд сбили. Сайленсер живет. Спектра ульту потратила. Найкс вроде бы тп-аут. Ну, нормально. Короче, давайте к святилищу подойдем. Подрегенимся здесь. Нам нужна манка. Возьмем энерджи бустер сразу. И сейчас можно еще руну баунти забрать. Вот эту вот. Бруда. Без арчида, но она в паутине сейчас будет. Если я в нее влечу дам арчид, она исчезнет. Отбой. Обезьяна. Жми даст, убиваем бруду. Жмакай сразу, как ее увидишь. Жми даст. Хорош, парни. И пушим топ сейчас. Так, ВР-ка в Мальштром. Кстати, ВР-ка зря Мальштром делает. Я бы на его месте либо Арчит сделал, либо Юл какой-то. Потому что от меня... Ну, будет тяжело ему. Я буду влетать, давать Арчит, он будет умирать. Сейчас, короче, главное не драться. Сейчас не нужно драться. Сейчас надо просто пойти в мид. А ну, я же могу давай, переложить. Давай, могу. Ну, давай этот. Сейчас надо просто дофармить себе Бладстоун. Нормально, кстати, фармится вообще. Ну все, Боля. Немножко в дверь не надо посидеть. Так, Сларк с Шедоублейдом с дастами. Что он будет делать? Фантомка тоже здесь. На святилище идет. Юзает, блин, ну тут с ним драться вообще не хочется. Хочется сейчас добраться... Ага, и ушел в инвиз. Не, ну его нафиг. Хочется просто дойти до магазина и взять себе Виталия бустера, чтобы уже сол бустер собрать. И получать все бонусы, так сказать, от энерджи бустера, чтобы уже и манка была. Блин, стрит, это реально ты. Это ты, реально ты, просто да. Эти зрители ко мне на Twitch забежали. Так, и значит это. С тебя бабос за рекламу, все дела. Да, видишь, какая бесплатная реклама, офигеть. Не-не-не, платная, ну, сотку закинешь. А, ну ладно, ну я тебе, кстати, уже донатил. А, тогда. Ну тогда все, тогда не надо, ты уже оплатил. Я тебя вообще смотрю давно. Или ты, ну, пиздишь просто, сейчас, как... обманываешь, да? Не, я не брось, серьезно говорю. Ну все тогда нормально. Оставь руну волшебства только. Да я не буду брать, я просто это, как сказать, поохранять. Короче, о, блин, а чё их так много? Ну ты обычно, кстати, на стриме там указываешь, командуешь, а тут что-то молчишь. Да тут вы просто молодцы, чё вам говорить. Просто вы красавцы. Дай мне ру... Ага, нету, бля. Во. Ну, сука, нажал первый скилл. Крыса. Самое интересное, он его случайно прожал. Ну, то есть он его прожал фармить. Он не знал, что я в него взлетаю. Такое вообще неприятные моменты бывают. Но наказали нормально. Наказали. За удачу будем наказывать. Жалко, что Бладстоун ко мне еще не долетел в тот момент. Я зарядик не снял. Так, ну обезьяна тут решила вопрос. Все, мне нужна хоста. Блин, опять инвиз. Это третий инвиз за игру. Передаю привет Алле Андроне.
Сколько можно инвизов за игру? Просто мне инвизы на шторме вообще не нужны, потому что мне не нужно куда-то кого-то подходить в инвизе, чтобы от меня не убегали. Я просто вижу кого-то на карте, я лечу через полкарты. Нафиг мне этот инвиз нужен? Мне надо что-то вот типа дабл дэмэджа, регена, волшебства там вот, из этого. Так, все, 18-й у нас есть. О, парень без Юла. Сейчас мы его еще раз накажем за то, что он нам один раз нас осадил. Как бы нефиг покупать херню. Вот купил бы Юл, уже бы давным-давно. И меня бы могли убить, и сам бы, скорее всего, выживал в некоторых моментах. А так он получает арчит, и все. Как бы приехали. Так, ну тут засада намечается. Ага, подожди, а ну, давай сразу первый скилл юзай. Вот, а теперь я. И пофармлю, и с ларка заберу. Нормас. Скорость атаки. О, и денежка еще. Шторм. Чё? Изи мид был. Не. Я его в салат проебал. Ваша мама шлюхи. Подожди, стоп. Тебе сколько лет, чтобы такое говорила? Или ты кто вообще? Ты кто? Как тебя зовут? Да иди нахуй. Подожди, ты злой школьник или ты просто школьница? Я не могу понять, ты школьник или школьница? Объясни мне. Да это девочка школьница. Девочка школьница. Я хотел, что в чате обозвали всю. Кстати, как там образование? Не ухудшилось? Ты это, я надеюсь, у Пуджа спрашиваешь? По-моему, оно и не начиналось, да, образование. Так, 4600, отлично. Кинсфера сейчас заедет. Пуч. Да, брат, я тут. О, слышишь, а как это у тебя выходит? Да еще раз. Давай другой голос делай. Мне не нравится твой голос. Я не буду с тобой общаться. Палочку позвольте. Другой голос делай. Палочку. Прикуси свою сестру и все. Прикуси сестру? Так это не сестра, это моя бывшая. А бывшая, которая с тобой в дотку бацает, да? Ну она бывшая, походу, после игры на Пудже, ты все понял. Уже бывшая. Здарова, струй. С Рождеством и Инга. Какой сейчас рейд? Может быть, со Сморфа смогу с тобой попасть. Да не надо со мной попадаться, ты же меня хейтить будешь. Ставьте плюс в чат, если хотите услышать ау. Спасибо за донат. Он смеется. Так. Так, боты, хватит плюс в чат ставить. Ботов набежало. Dejected Soul, я люблю тебя. Блин, было уже. Грязные праймеры рофлят. Спасибо за подписку. Грязнющий. Так, все, Бруда ливнул. Значит, сейчас ВРК выйдет. Повершот давать, скриньте. Вот отсюда так. Привет, ВРка. Спектрас БКБ. Воу, я много спектр давай, видел. Там с Вангвардами, с Фаст Радиансами. Но вот с Фаст БКБ это что-то новенькое, действительно.
Сларк сразу не дофармил, в инвиз убежал. Блин, неужели он поведется на то, что я типа убегаю такой? И даю пизды. Повелся, вообще как школьник просто. Сларк школьник. На, бля. Это слишком жестко все. Я на такое вообще не подписывался. Да нормально, все, играем. ВР-ка где-то тут должна быть. Не, АФК, наверное, стоит уже. Всем привет, слушайте. Пусть убьют обезьяны. Привет, как у тебя дела? Эти зрители не подпишутся мне на канал на YouTube, или это отдельная плата? Для пацанов. Ну это уже 2 сотки, ты же понимаешь. Плюсы ставили. Как бы это 2 сотки, а то и 3 даже. Ну я обещаю продонатить. Так, нет, просто... я Алочку не хочу, и спасибо, Корвинс, за был... полтишочек. Там 6000 рейтинга, вот это я помню. Ну ты там еще даже сливаться стал, вроде, не помню. Я не сливаюсь, я норм. Не, в плане того, что ты слил рейтинг. Ну да, да. А ты никогда не сливал рейтинг? Ну вот я тебе рассказывал свою историю печальную, я слил, да. Ну, бывает. Главное не расстраиваться, братиш, все будет. Вот сейчас мы эту поднимем и скринь, у тебя винстрик 10 после игры со мной. А у меня лустрик 10. Спиздит, удачу сейчас. Оп. Блин, там, короче, все ливают. Что-то сегодня все ливают. Вот и все. Суть в том, что я себе играл на темпларке, эта игра бы еще и далеко не закончилась. Я бы никого не мог убить в соло. От меня бы все убегали. Плюс меня бы еще и убивали. Сларки с шадоублейдами, ВРки через шаклшоты. То есть, блин, темпларка, она на самом деле сейчас пока не то. То есть против определенных пиков, да, но не точно вот против того, что вот у врагов сейчас она вообще не заходит. Вообще не нужна. Блин, Сларк исчез куда-то. У нас собака еще есть. У нас вообще пик жесткий. Арчид уже хотела дать. Так, у меня маны нету. Сейчас на самом деле такая ситуация непонятная, без маны. Ах ты сука. Ага. Даггеры пошли. Не, не хотят. Алло, ебать, Алочку хотим? Нет. Она тебя хочет. А тебя? Меня нет, я выше, ты что, на приколе? Короче, грибов сдох. Ладно, спасибо за игру, реально круто. Я просто даже тупо не играл. Я, можно сказать, тупо шатался по всей карте. Ничего, спасибо. Нормально. Реально. Хорошая игра, парни. Все молодцы. Спасибо, Дедушка Мороз. Да не за что. Реально, Дедушка Мороз, блин. Твои подарки это изи плюс 25. Офигеть. Ну да, Дедушка Мороз ПТСы приносит. Бум. Не, на твое логово никто подписываться не будет. Вот логово это как-то стрёмно, честно скажу. Я вот никогда не подписался на канал логово. Как-то это, я не знаю, ну, сам посуди. Ну, это чисто, как сказать, для тех, кто в теме.
О, урожай собрал, улетел. Спасибо, Андрей, за игру. Мартышка тоже молодец. Спасибо за игру, ребят. С тобой приятно было сыграть. О, достижения. Всегда готов. Ребят, я сегодня, короче, собираю какие-то достижения. Мне сыпят золото. О! Вот он. Вот он, родимый. Как его поставить? Как его добавить в случайное? А если я хочу его добавить не в случайное, а чтобы он там всегда стоял? Во. Все, кайф. Привет. Здорово. Так, а сколько рита? Я маленькая развратная школьница. Красивая страница теперь. А еще больше я люблю, когда меня называют шлюшкой. Стрей, мой дорогой. Я бы полапала тебя за твою упругую попку и полизала твой арчик. Чат, мамку вашу ебала. Азазаза. Ага. Виталик, 13 лет. Каникулы. Это такое. Спасибо за полтишок.